Вот вид у нас на океан с деревни нашей. Деревушка называется Атого. Сегодня прекраснейшая погода. Эти последние два дня здесь шли дожди, и при том дожди такие не слабые. Попортили урожай на этом острове так неплохо. По крайней мере, все средства массовой информации местные передают именно такие новости. Вот, но если так посмотреть, все прекрасно, все очень даже хорошо. Кроме этого, эти два дня были отменены в школах занятия. Наш хозяин, у кого мы сейчас снимаем вот это вот жилье, вот здесь, где мы сейчас живем, вот он не ходил в школу, и для него это была радость. Я уже говорил об этом, но еще раз повторюсь потом. Также была большая радость, конечно, для детишек, которые тоже в школу не ходили. Вот. Такая вот спокойная, размеренная жизнь здесь. Здесь единственный плюс, что есть интернет. Поэтому сейчас пользуюсь этим моментом. Стараюсь побольше добавить материалов, побольше загрузить видео, чтобы уже можно было, я не знаю, получится догнать до сегодняшнего дня все это путешествие или не получится, но как бы то ни было, стараюсь побольше добавить, чтобы приблизиться хотя бы к сегодняшнему дню. Такие вот дела. Находимся на острове Тенерифе, Канарские острова, Испания. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.